28-9. Давай бабушку и Яшку. Я держу, снимаю, снимать я буду пить. Я не знаю, позависать где-нибудь. Так это, я не опоздаю, сейчас 5 часов, сейчас будет 6, ну я не опоздаю, да. Я у тебя оставлю, получается, если на трех лет, я оставлю тебя свой сила там, ну мне пофиг, я тебе доверяю. Телефон, перчатки, что-то, я забыл. Фу, вот эта вот бабская яшка, она отвратительнее, чем то, что мы это видели. А она покрепче. Ну понятно это, чтобы спить. Если что, старайся в карман прятать. Когда рядом кто-то есть белый. Так это, они же, как они поймут? Может это газировка? Или они разбираются? Ну не, если особенно, если нет. Нет, а если я выложу это на YouTube, меня посчитают геем? Ладно, нарушителем. Хорошо, можно их дать накрыть. А тут никого нет. Все мне. Вот я прячу. Я спрятал. Нормально. О, вот это вот правильно. Я спрятал. Как надо. Они не пьют, понимаем. Поэтому теперь, когда они не видят, я показываю. Господи, да будет кровь твоя вином, да будет плоть моя краюшкой хлеба, да будет плоть моя, краюшкой хлеба, да будет кровь моя глотком вина. Не, но все-таки оно на уровне. По вкусу на уровне яшки, но сидр хуже. Сидр хуже яблочный. Мне не нравится сидр. Я бы лучше пиво выпил. Хотя и не. Я вообще не могу. Нет, ну ты не любишь вкус алкоголя. Ты не любишь вкус сигарет. Кофе ты тоже не любишь. Кофе, кстати, люблю. Типа, мне нравится. Я не люблю вкус кофе. Я раньше пил дофига, а потом перестал все делать. Слушать Ежи Сармата, Убер Маргинала и прочих дегенератов. Я стал просто... Сначала я стал рисовать, как бешеный псих. Может, ты видел? Морочняк, кстати. Под музыку, нет, под музыку. И мне написал один из вокалистов этой группы, что это за хуйня? Представляешь, как обидно. Представляешь, ты всем сердцем его музыку чувствуешь, а он тебе пишет, что за хуйня? Я надеюсь, ему карма его отблагодарит за это, накажет за это, чтобы больше не было никого, чтобы, короче, пофиг на него. Ну, он, наверное, хотел, чтобы это было красивее, не знаю, как-то логично. Ребята, не будет сигарет? Да как красивее, если у него музыка сама некрасивая, она у него просто... Бешеный. Ну, тогда он мало что понимает. Он просто тупой. Я посмотрел его аватарку, у него глаза отупевшие. Отупевшие. Как будто он, не знаю, может он не в себе был, когда писал. Чё он вообще зашел ко мне в группу? Почему ко мне в группу заходят и пишут всякие хрены? Я больше не слушал его музыку, хотя до этого сердцем слушал. Сердцем слушал музыку. Смотри, повсюду пивные заведения, как мерзко. Какая мерзость. Ну, бабы, ну, которые пьют это. Ой, блин. Мне просто один чел рассказывал, когда я работал, практику проходил в этой, в ресторане общепитие. Рассказывал, что типа напоить бабу там надо, там все такое. Что ты просто тебе не надо ничего, что нужно накачаться и напоить. Все. Говорить ничего не надо. Представляешь? Я не послушался его.
Я пошел путем Бога, к Иисусу. Иисус в моем сердце, Иисус везде, Иисус. Походу сюда прячь алкашку или допивай. Я не смогу допить. Можем потупить где-нибудь за углом. Пойдем потупить. Они могут купить, и я не успею. Можешь подержать? Ну, есть шанс. Подержи. Давай, разберешься там? Да. Подержи мои брутальные очки, а то они подумают, что я терминатор пришел расстреливать. Ай, блин, я не разберусь. Я не разберусь, потому что рецепты у тебя в этом. Давай сначала затусим где-нибудь. Рецепты там в пакете, в полиэтилену. Короче, смотри, смотри. Знаешь черный квадрат Малевича? Да. Я тебе рассказывал? Изначально все люди молились Богу. Смотри. Вот просто банальный пример. Вот смотри. Вот эти? Да. Это пропуск. А вот это рецепты. Там оба? Изначально люди все веки, века молились Богу. Посмотри, там оба? Ну там должно быть два. Да, два. Не все. Изначально люди молились Богу. Я объясняю вам, я Александр Алёнин, Тихон Мышкин, объясняю вам смысл черного квадрата Малевича. Смотрите, изначально люди молились Богу. Дальше он нарисовал черный квадрат в белой рамке, который идеально похож на ПК 90-х, 2000-х годов. И сейчас все люди ходят молятся черным квадратом. Вот этому квадрату вот так вот ходят молятся. Вот, можешь склониться. Вот так вот ходят молятся. Понимаешь? Вот в чем смысл. Что люди перестали в Бога верить, они стали молиться вот этим. А здесь, а Набиуллина, при помощи Набиуллина, дьявол сделал, что вот это вот все прослушивает нас. Всевидящее око. Понимаешь? Это я, Александр Алёнин, единственный, кто правду тебе сказал насчет черного квадрата Малевича. Вассерман, он специально умолчал. Вассерман, он знал, он, может, он не знает, либо знает, но он специально не скажет, потому что он хитрая рожа. Он вообще сейчас ведет дурацкую политическую пропаганду, где там орет, трэш устраивает. Вот, ты посмотри Вассермана, вот это более трэш, чем то, что я на гитаре играю. Блин, ты меня заинтриговал. Я его видел последний раз там на каких-нибудь передачах. Он там орёт. Вот так вот Вассерман орёт. Я думал, он умный. Так он умный, он просто бабки получает. Ему пофиг, значит, он умный. Он так. Украина, Россия. Вот так вот он орёт, реально. Это правда, посмотри. Я у своего отца видел, он любит такое смотреть. Посмотри, ему платят, он зубы скалит, это форма. И он в своем пиджаке. Это как, если вы хотите назвать меня фриком, то может не включать Вассермана перед своими выступлениями на гитаре. А? Тогда это было бы уже какой-то арт-перформанс. Да. Точно, я буду включать выступление Вассермана, где он орет там. Он прям, знаешь, как вот так вот. Рычит прям. Ну аж зубы скрипят. Ну он просто прикалывается. Точнее, он просто за деньги все это делает. Эмоции показывает за деньги. На самом деле у него нет эмоций. Ай, блин. Сидим как гопники, блин. Мне, блин, скучно, брат. Боюсь, сколько это первый шаг к рецидиву. Возможно. Когда ко мне братишки налетели на стрим, они там просили, когда я им включил зеленого слоника, они успокоились. Я просил их это. Не, ну ты посмотри, какие лица вокруг людей. Если бы я продолжил свой род, это были бы красивые лица, красивые люди, с идеально белыми зубами, не пропившиеся рожи. Ну я, у меня скоро пропившийся будет. Короче, смотри. О чем я говорю? О
чем говорю? Ра-ра-ра! Орёт Вассерман. А потом? Потом я что-то перешел резко на этих... На лица. Что я хотел сказать, блин? Я забыл. Короче, отстойное пойло. Ну, это чисто для спаивания. Кэдд учил. Но я ни хрена не стал его последователем. Ну, не надо. Я вообще не знаю, я не хочу ни с одной девушкой связываться, которая бухает, там, всякое такое устраивает. Ну, хотя, не знаю. Ну, бухать тоже можно адекватно. Без трэша, на позитиве. Да блин, вот у меня нету эйфории никогда, в жизни никогда. Я чувствую, знаешь, сейчас что? Я чувствую грусть, как будто бы у меня умерли, как будто я после войны, или как будто, знаешь, вот, что-то с горе какое-то пережил. Смотри на мои глаза. У тебя брови домиком. Капец, это моя девушка, ты говоришь, на самом деле у меня всегда, это реально, я не строю глаза так, это так и есть. Ну так оно и работает, типа, если ты в таком состоянии, то брови они сами... Моя девушка мне говорила тогда, в начале отношений, типа, бровки домиком, а сам там, ну и мама внушалась всегда до сего дня. А потом она поняла, что у меня бровки домиком всегда. Что это всегда. Что у меня всегда такие глаза, блин. Что я не злой человек. Черт, как я ненавижу. Я приду к власти, и я вот этот дом сделаю красивым. Навсегда. На 1000 лет вперед. Все дома будут красивыми. Каждый это хочет. А кто не хочет, тот просто мертв душой. А лучше мне умереть, чем жить в таком обществе. Но простите ли меня, Иисус, то, что я самоубийство совершил. Суицид. Иисус, пожалуйста, облегчи мою боль позвоночника, сердца и зрения, пожалуйста. Прошу тебя. Вот так бы одно прошу. Сделай так, чтобы я нашел способ, как вылечить позвоночник. И дальше жить, рисовать, созидать, счастье. Прошу тебя, Господь, Иисус Христос. Я сочувствую Люциферу, которого клюет коршун. Или не его клюет коршун. Данко, это же тоже Люцифер. Я не помню. Данко, он вырвал сердце, светил людям дорогу к выходу из леса, и они растоптали его и забыли о нем. Вот я себя тоже чувствую, как Данко. Я ни копейки не получил за свои рисунки мелками на тротуарах. Я спасал людей от депрессии, я видел, как мужик прыгал. О, какие красивые девчонки. О, она сказала спасибо, да. А она, видишь, как бы немножко... Вот это сказала, наверное, та девчонка, которая мне толстая, она сказала спасибо, а те, зажавшись, они не сказали спасибо. Короче, это... Я чувствую просто, знаешь, усталость, как будто я после работы грузчиком. В 2014 году, 2015, в 2014 году устал. Простите, если я тебя заколебал. Я в то время работал в баре. Это где? Это клуб местный. Здесь? Там собирают здесь молодежные команды, устраивали подкасты. Ну, блин, ну потому что у тебя нет социофобии, везет тебе. Я хотел тоже в твоем месте оказаться. Не, на самом деле в каком-то плане есть. Типа мне всегда было тяжело, ебано. И типа я туда пошел, чтобы просто преодолеть себя. Блин, я бы познакомился там хоть с кем-нибудь. А так я сидел дома, рисовал.
Я сочувствую голубю. Я знаю, что чувствую. Знаю, что я думаю. Куда вы идете? Куда все идут? Они идут никуда. Они просто NPC. Они просто, нет, не NPC, они идут никуда. Все это декорации, это все в никуда. Это все, черт возьми, никуда. И любовь, которую я испытываю к своей девушке до сих пор, которая не моя, она на самом деле не моя. И весь этот мир, он никому из нас не принадлежит. Ничто нам не принадлежит. Никто нас не любит. На самом деле. Ну, это истина, да. Единственный человек, который может тебя полюбить, это ты сам. Я сам себя не могу полюбить. Ну, это главная проблема. Это основа всех проблем. В общем, я не могу больше это гадостное пойло пить. Смотри, что сделали. Вандалы. Вот это не считается вандализмом. Что-то у меня голова кружится. Набухался. Набухался, да. Смотри, какие офигевшие. От 4G не спрячешься. От вот этого не спрячешься. Раньше люди в Бога верили. От Бога не спрячешься. А теперь... Они, смотри, какая рожа. Смотри, довольно. Украшения какие, смотри, вместо христианского креста, она вместо Бога, смотри, даже кровавая вон, кровью все облито. Инфернальная дичь. Она это, кровью, смотри, кровью все залили. Смотри, сколько сигарет. Это все, чертов, последний мир, мы умираем. Нам осталось жить 50 лет. Куда мы зашли? Мы должны зайти в аптеку. Смартфоны продают. Расскажи всем, что это именно я открыл. Что хотел сказать Малевич? Да, это я открыл то, что хотел сказать Малевич. Никто до меня это не говорил. Я хочу зафиксировать это, чтобы в Википедии написали, чтобы в Гугле написали, что Александр Алёнин открыл истину. Не, не хочу, не калюдюга, не люблю это слово. Отвратительно, мне не нравится. Я смотрел этих блогеров, мне не нравится. Я не хочу читать веды. Не хочу, я читал всю литературу. Читал всю Библию, всего Толстого, всю классику. Все читал. И знаешь что? Ничего мне от этого хорошего нету. Меня люди еще меньше стали понимать. Потому что они не читали, да. Здравствуйте. У вас продается флоксин западный. Ну, ладно. Или тиранджан. Или флоксин, или тиранджан. Мы пока не смотрели. Почему с нами не вернёт? Тиранджан. Спасибо тебе большое, друг. Ты настоящий друг. Я искренне говорю, друг. Я не говорю друг, когда знаешь, кого-то хотят обидеть, знаешь, когда хотят кого-то оскорбить, говорят, друг. А я говорю, настоящий друг. Мне нужно флоксин, ланахер, западный флоксин. Только тиранджан, да, 50 таблеток, 5 миллиграмм. Блин, это что?
Там было написано 800. Ну, так. Ну, да. Просто, блин, там написано на сайте другая цена. Тут такая, ну ладно. Что ж, блин, так дорого стоит. Раньше он стоил 500 рублей. Вера в Бога, а не в смартфон. Мы русские люди, мы должны верить в форму. Можешь смотреть на глаза? Режим валентов. Проклятая компания. Надеюсь, они разорятся. Да, вот, посмотрите, пожалуйста, я просто вот здесь немного всего. Только не обманите, пожалуйста, я просто художник, карма испортится. Да, все. Все, теперь режим, теперь мне будет полегче. Я не сброшусь с окна. Крышку дома. Я не буду прыгать с окна, я буду прыгать и так. Мне нужен флот стим. Пойдем, я только один. Можешь взять? Это я положу, да? Ну, ты апокалипсис ближе. Апокалипсис ближе. Блин, я надеюсь, ты не на серьезке так двигаешься. Апокалипсис через 50 лет. Мы уже живем в апокалипсисе. Да нет, я могу молчать. Не, ну ты искренне веришь во все, что говоришь. Ну как сказать? Я не знаю. Сам не знаю. Я одновременно был у этих скинхедов, одновременно был... Короче, я просто шизофреник. Я одновременно... Сердце... слушает такую музыку, а ум думает совсем другое. Я разные мнения знаю. Я знаю Люцифера, знаю Иисуса, я знаю все точки зрения. Машаха, что там ждут. Я тоже много чего знаю. Видел только вживую, как у людей ломаются. Себя себе... как девочки под веществами просто сходят с ума. Они сгорают мозги, они все больше типа овощи. А что они, как, что? Что они? Скажи. Ну, под, ладно, под ЛСД? Под ЛСД? Они под ЛСД? Под другими веществами. Под МДМА? Да, но не без этого, не только там МДМА. Алкоголь МДМА? Не, алкоголь МДМА это вполне считаемо. От чего сгорают? Я не хочу, чтобы у меня сгорели. Да, придем домой, расскажу. Солдат. Так, подожди, давай посмотрим еще на камеру. А, свободные 28, это через дорогу. Давай, пойдем. В таких вещах не стоит говорить на улице. Да. Просто ты скажи мне, чтобы я не попал в такую ситуацию. Но, скорее всего, я попаду в такую ситуацию. Ну, я тебя проинформирую. Нас это так интересует. Аптека, вот, смотри. Так, давай посмотрим, что это за... Я у банкирши, когда мне визу оформлял, спросил, верите ли вы в христианского бога? Она сказала, да. И она не стала с меня брать сейчас глаз, скан, отпечатки пальцев и все прочее. Ставь. Это виза мгновенная, безличная. Посмотри, молится, видишь, кому молится? Она использует того, как способ. А Богу тоже используют, Бога тоже используют, ну, Бог это тоже был передача информации тоже Бог, и он, Малевич, изобразил это. Вот я сейчас смотрю в экран,
Там отражается мое лицо. Набиуллина слушает здесь. Это все. Это все он показал. Смотри, какой-то человек не удержался и ударил. Ты знаешь, что в Красноярске самая тяжелая ситуация по пограничным состояниям? Это официально на сайте можешь почитать. Главный психиатр, бывший Красноярск, написал на сайте официально, что Красноярский край – это самый худший регион в России по пограничным состояниям, то есть психиатрическим. Представь, неудивительно. Неудивительно. Вот в кого верят. Да нет, здесь, в Челябинске там экология, а здесь вот это. То есть смотри, я не агрессивный. Я выпил, но я не агрессивный. Это очень настойчивый. А многие люди могут это воспринять как агрессивный. Просто я пытаюсь спасти людей. Я хочу, чтобы люди... Поверь, их ничего не спасет. Нельзя на войну. Да я не могу себя спасти. Я один не спасусь. Я себя, как я могу спасти себя, если я не спасу окружающих? Смотри, я понятно, что я не позитивный, но я не агрессивный. Я не бухой. О, какая сексуальная, красивая. Ты прекрасна. А, точно. Тогда надо было сказать просто, а тогда ничего не надо было говорить. А вот смотри, подлец. Ты подлец, я показываю тебе факт. Факт тебе, факт тебе, факт. Ты подлец, позор. Позор тебе. Рекламировать частный банк, ублюдок. Мать твою, а ну иди сюда. Подлец. Тот, кто рекламирует частный банк, это подлец. Он продает себя. Он чертов подлец. Он устроил свою задницу сидеть и ничего не делать. Буржуй. А я работал грузчиком, я рисовал руками до крови. А вот живи-то. Давай заходим. Это какая-то хрень. Так, давай доставай рецепт. Спасибо тебе, друг. Я искренне. Здравствуйте. Гуоксетин ланнафе. Это зарубежное производство. Нету? Ну ведь на сайте написано, что есть. Со списком веществ, которые у вас продаются, написано 5 пачки. Вы на каком источнике видели, что помнишь, как он называется? Лично наши, по нашему адресу. Точно. Да, у тебя же есть фотография. Да, у меня есть фотография, сейчас скажем.